Петербургская сбытовая компания устроила «Черную пятницу» для пирожковой и кальянной. Злостных неплательщиков показательно отключили от электроэнергии. Пирожковая на улице Пестеля задолжала за электричество 120 тысяч рублей. За свет здесь не платят уже 2 года. К визиту инспекции сотрудники заведения успели закрыть двери. По телефону владелица торговой точки просила предоставить ей отсрочку еще на какое-то время. Петербургская сбытовая компания. Мы вас приехали отключать за задолженность уже в 6-й раз. Пирожковые отключают от электричества уже 6-й раз за этот год. Но она, как птица Феникс, оживает вновь, самовольно подключаясь к сетям. Они все равно сами протаскиваются, замки сломывают. Даже жилконтора борется с ними, закрывает, а бесполезно. Мы сами лично замки вешали. Ресурсоснабжающие организации сейчас поддерживают федеральный закон. За самовольное подключение к сетям юридическое лицо могут лишить права заниматься предпринимательской деятельностью. Правда, пока это только теория. На практике таких судебных решений еще вынесено не было. Пока мы ведем предварительную работу, направляем данные и заявления в Ростехнадзор. В 307-м постановлении должны выйти подзаконные акты, которые позволят заработать этому механизму. Теперь вместе с рекламным баннером мини-кафе украшает черная метка, так же, как и входную дверь кальянной на разъезжей улице. За год компания задолжала больше 200 тысяч рублей. А общая задолженность коммерческих потребителей Петербурга составляет 544 миллиона.